Зеркальную дату 5.05 три знака зодиака наиболее почувствуют колебания космической энергии – рыбы, тельцы и козероги. Это отразится на их жизни небольшими потрясениями, как хорошими, так и не очень. Этим знаком зодиака лучше воздержаться от длинных поездок, принятия судьбоносных решений, перемены места работы. Проведите этот день в кругу приятных людей, которых давно не видели. Посетите родителей или родственников. Довольно благоприятная в энергетическом плане дата. В этот промежуток времени нужно думать о будущем и мечтать, потому что этот день является особенным. В этот день часто исполняются желания. Число 5 обозначает чувство обоняния, слуха, вкуса, зрения и осязания. И все они в мае сильно обострятся. Чем больше позитивных ощущений человек почувствует, тем счастливее он станет. Обратите внимание на свои сновидения в этот день. Так как пятерки начнут действовать еще с ночи, сон может содержать подсказки по некоторым личным делам. Если вы давно хотите чего-то, именно в этот день напишите свои амбициозные идеи на листке бумаги и положите их в дальнее место. Вселенная услышит ваш посыл, зерно реализации желания начнет прорастать. Чтобы загадать желание в период зеркальной даты, необходимо заранее подготовить свечу, листок бумаги. Лучше всего чистый и новый. Именно на нем вы напишите все то, что бы вы хотели получить. Однако желание должно касаться чего-то конкретного – любви, денег, счастья, удачи или же здоровья. Не стоит брать сразу несколько сфер. Написав свое желание на листке, вы должны зажечь свечу, которой вы сожжете этот лист. Считается, что ваши желания материализуются из мыслей в жизнь. Образовавшийся пепел крайне важно выбросить в эту же ночь, а свечу оставить до следующего ритуала. 5 мая – день сильной энергетикой, поэтому важно вести себя правильно. Старайтесь не злиться, не сплетничать, оставайтесь максимально спокойными. Даже если вас незаслуженно обидели, старайтесь не думать об этом. Зеркальные даты – это особое время, считают нумерологи. Если провести эти дни правильно, успех и счастье заглянут в ваш дом. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ведь впереди вас ждет еще много интересных видео.